А перед началом этого видео хочу вам рассказать о лучшем магазине игр ImbaShop. Как вы поняли из названия, я имею непосредственное отношение к этому сайту. На ImbaShop у вас есть шанс заполучить такие крутые проекты, как Overwatch, DayZ, CSGO Prime, GTA 5, PUBG и многое другое, не дороже, чем пара чашек капучино. Это значит, что большинство игр стоит до 200 рублей. Но если вы хотите еще больше сэкономить, то покупайте кейсы с играми от 29 рублей, где выпавшая игра будет всегда дороже стоимости сундука. 100% окупаемости только на ImbaShop. Ну а для любителей покрутить, заглядывайте в наши Dota 2 и CSGO наборы. Больше не надо ждать, пока бот вам скинет вещи или всякие там баны трейдов. Выбивайте шмотку и сразу выводите себе ее полную стоимость. ImbaShop, ссылка в описании. Я открыл, нет, лево нижний. Угу. Так, ну у меня ничего интересного пока нету. Ice Armor, стрелы, сопротивление магии, блин, старая пассивка Рубика. Так. А, кстати, может быть, в 2 на 6 такого нету, кстати. Блин, мне ульта дракона пришла. А, какого? Моя? Не, ну, ДК, а, ДК. ДК, понял. Не. Ладно, я возьму 2 щитка будет. Так, да, смотри, нету этого. Так что это обычная версия, окей. Нормально. Ладно. То в соло надо идти играть. Да, я вот в соло как раз таки играл. Поэтому было все нормально. Что, закупаемся? Да, думаю, да. Не знаю, сапфира первым вынести. Ну, блин. Сапфир по-любому сейчас будет под алакрити с таймлоками. Будет тяжело. Иди, 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 иди. Я понял. Я не знаю, как выйдете алакрити сейчас его. Вот так вот, как-то замедлениями. Ну да. Найс, баш. А, понял, сразу баш. Алакрити закончилась. Найс, баш. О, нет, 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 мы тут проиграем. У меня, во-первых, мана нету. Давай сольёмся быстренько. Блин, ну можно было не умирать. Да, нет, 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 он в любом случае затыкал. Слишком быстро бегает, просто забашит один раз. Я не буду сливаться. У них там два лакрити, что ли? А, нет. Нет, там просто наркоман сейчас кидает. Я нашел баш вайда и нашел макропиру. Мне баш вайда ни к чему, да, это понимаю. Ну да, мак, да, через двух магов пойдем. У меня авторшок да. Есть. В принципе, нормально. Авторшок, кстати. Капец, как весело. Так, денег ни хера нету. Я думаю, здесь сайленсер должен запикать. Мне кажется, нижние. Почему? Ну там Никс такой статовый довольно. Ну, он милишник. Ну какая разница. Милишник не может играть нормально. Ой, как хорошо. Ты же теперь тоже дефающий. Ну да. Ну? Стоп один, нормально. Сайленсера там уже и этот. А, ну кстати, я не видел, что у него фростхевеновские эти. Не, нормально, нормально затыкали. Круто. О чем я и говорил. Было поднял больше бабок. Так, слесарь Вася. Войд. Там шарти. Но там Rocket Barrage. Против него тяжело идти. Не, они сейчас быстренько его выпилят и все. Ну, ладно, пусть будет так. Блин. Да ты, в принципе, кстати, на самом деле уже можешь не отбегать. У нас есть... Не, их надо было в кучку просто собрать. А ты его ешь, как, в принципе, нормально ешь. О чем я говорил? Нормально. Заливаю тупо. По ставкам шарю. Ну тут вообще без разговоров. Да, совсем легкая. Чисто изично. Буду миллион армора на себя вешать. Не отходи. Я понимаю. Нет, я так хотел. Нет, даже так. Не, нет, не надо, не надо. Блин, не успел опа кликнуть. Ой-ой-ой-ой-ой, минус бабки. А, нет, не минус бабки, ладно. А, там нечем пробивать. Вот, кстати, он текает от алакрити. Да-да-да-да-да-да. Сейчас две тычки я просто. А смотри, он сейчас, знаешь, две тычки в Бадмейл чисто. Наркоман, ну тот может. Нет, не может. Ой, кстати, какие интересные скиллы, Валя. Есть Rolling Thunder.
Больше ничего. Либо кулдаун. Они 6-го, мы 5-го. Что делать будем? Да ничего, грустить. У меня фон не слышно? Нет. Отлично. Давай я тандер возьму. А теперь сюда, мышь. Бип-бип. Переехал. Ой-ой-ой, как много денег получаем. Отлично, отлично. 900, просто вау. Шикарно. Это было сильно. Я постарался. Вовремя получил уровень. Да, максимально. Ну, кстати, мы бы без уровня его затащили. Мы просто одного сбрили. Зато мы сильнее. А так, да, вовремя. Забывай обратку прожимать. Так, я сейчас получил деньги, нет? Ну, ты выиграл ставку, все отлично. 55 копеек получил целых, офигеть. А сколько ставил? 20? Не знаю. Блин, там... Я боюсь в будущем шартика. Там Войт с Виндраном бессмертный будет, либо Джужей. И шарте, если к Афтершоку найдет что-нибудь, будет тяжело. Мне бы что-нибудь найти к Афтершоку. Да. Ой, а чё так больно? Потому что у меня палка уже. А, всё. А, ну да, ты же там богатый. Ну, по нетворсу мы пока тащим. Серьёзно? Он сталинцем затыкал. Он не затыкал, он... Ну, он в смысле квиллспреем. Да. Ноп. Изи 2. Я нашёл тебе... У меня тоже есть квиллспрей. Квиллспрей, а я тебе нашел еще масло. Ну, отлично. Ну ладно, масло будет мне, в принципе. Я тоже не откажусь, у меня периодически. 3 скилла наперед. А, отлично, я не могу поменять скиллы и закрыть теперь эту хрень. Нет, могу. Да, я знаю, эта штука у меня тоже такая же. Печальная история, на самом деле, неудобно играть из-за этого. Очень сильно руинит. Да, я не могу скиллы местами поменять. Ну, в принципе, на R еще ладно, нормально. Что-то Санистер там поверил в ребят слишком. Так, ну я тогда сейчас сразу раскручиваюсь. Да, можно. Если переедем... Главное, стрелу не словить. Хорошо. Успею я раскрутиться? Надеюсь. Ой, я отменил. Я отменил случайно. На D нажал вместо R. Нормально. Вот я тебе говорю, в этом проблема некоторые. Но это из-за того, что у меня квиллспрей не на той кнопке. Так, обидно, да? Блин, ну я верю в верхних. Не зря. Зря, поиграем в игру. Надо скиллы менять. Уже? Блин, а как бы поменять местами? Никак. Вот в альтернативной версии этой же кастомки, которая другая, там есть возможность переменять скиллы, просто перетаскивая их. Ну вот это удобно, это очень удобно. Это очень удобно, максимально прям. А тут что-то как-то нет. Не завезли. На верхних ставлю. Я никуда не ставлю, потому что что-то я не знаю. Блин, ну, правда, очень много кнопок сжимать.
приходится. Жмякать. Жмай много кнопок, брат. Нет. Так, наркоман или же шарти. Блин, ну тут в верхних верит что-то прям. Я тоже верю. Ну так вот, чуть-чуть в них верю. Я тоже чуть-чуть. На 400. 400 это еще чуть-чуть или уже нет? Ну, это нормально. Да? Ну, да, как бы. Это уже бабки. Не зря поверил. Прикинь, сейчас накопить и призвать как можно быстрее Токсин Спайдера. А чё он здесь? Токсин Спайдер только Никса, по сути, похоронит. Да кого-нибудь да похоронит. Там, так. Так. А, вард. Я взял. Давай я еще сделаю вот так вот. Аккуратненько. Боже, кошмар, как он меня затушил просто мгновенно. Ой, хорош, только... Щиток. Хорошо, второй щиток. А второй щиток? Нет, я же буду... Да. Но тебя там очень быстро сбрили, мне... Он меня подошел, волшебный, почему дать? Серьезно? Все на них, что ли, поставили? Совсем больные. Вау. На нас, точнее. Они в нас верят. Гост. Думаешь? Ну да, пусть в меня сразу. У меня дофига брони. Ну и плюс. Боже, очень тяжело. Очень тяжело. Я по клавишам не могу попадать. Мне хочется тоже все переделать. Где они там дерутся? О, я еще и бабки проиграл. Блин, как же тяжко, вау. Опять мы. Ну, здесь должны делать, хотя там, смотри. Ну, у них нетворса нет нифига. Да, у них нет нетворса. Посмотрим, получится, нет. Мне нужен чайник. Я нашел все, что мне нужно. Ой-ой-ой, вот это прям плохо, ребята. Как ты их переехал? Просто переехал. Просто переехал, боже, камон. Я не знаю, что это было сейчас. Призвали под конец. Я вообще не понял, кстати. Ну ладно, нам же лучше. Так, Гунра, клон, да, они сильные. Они... Опять же, там в основном тащат, мне кажется, Сахарти. Я не могу здесь уйти полностью. Ну, насколько можешь. О, там предметик. Философский камень выпал. Блин. Какой? О, кстати, что? Философский камень. А ты в кого поставил? А, ты выиграл ставку. Нормально. Да, отлично. Я не обратил внимания, в кого я поставил. Я не туда поставил. Так, обидно, либо не обидно. Ну, давай в не обидно. Чисто так. 5-5-5. Не успел. Стери, лучший предмет. О, сюда бабки. Так, ты же не на них ставил. Или ты на обидно поставил? На обидно поставил. А, ну хорош. Боже, лучший. Не зря ты носишь имя. Я не знаю, что мне поменять. Ну, пока, видимо, новый ничего. Новый щит, который беспонтовый за 10 армора. Я не верю в его силу. Типа, его можно легко заменить на untouchable, и он больше несет пользы. Окей. Вот сейчас, кстати, опаснее. Там доминатор появился. Опасно? Что такое опасно? Ну такой бибизики, конечно, ничего не опасно. Так, ладно, давай свапну, наверное. Щиток первый. На чайник. Слушай, а тебе нужно масло? Может, ты реально хочешь масло? Хочу масло.
вместо квилк-спреев. Обмажешься. Не, почему вместо? А зачем он мне? Ну хотя... Больше баш. Они же не бесконечны, у тебя еще ульт. Да пофиг. У меня так много кнопок. Беларусь пишет. Так, а надо тебе кольцо? Да, я бы не отказался. Да. У меня вообще ничего нет. Так, сапфир, наркоман, либо же шарти. Я не знаю, не очень сильно верю в... Шарти? Шарти, да, только потому, что у него нет МКБ, а там Войт уже... Ну, у них вообще ничего нету. Ой. Ой-ой-ой, вот так неприятно. Ну, вот так. Всегда есть ГОСТ. Боже, да как ты их режешь, кошмар. Пощади. Да там урона почти нету. О, мы выиграли. Нет, я выиграл. Не мы выиграли. Да, я сегодня по бабкам, кстати, нормально себя чувствую. Но мне не отображает, что я выиграл ставку. Блин, ну тут максималочку просто. В кого? Вверх? Ну да. Почему? У них нетворсов в 5 раз больше. Хотя бы для этого. Так, ну что, ты купишь свапалку? Да? Нормально. Значит, я не запариваюсь. Не-не-не-не-не, ты это... сильный. Все, перестань, ты мне уже как будто бы льстишь постоянно. Да это не переиграть, камон, ты выносишь крипов за 2 секунды. Я да, героев бы еще выносить. Там Сава, смотри, сейчас будет. Глобал? Да. Да. Давай-ка мы попробуем взять побольше вардов. Я взял 2. Слушай, а если я заранее раскручусь? Раскрутишься. Не уверен, что ты успеешь. Красиво. Главное, просто не попадайся туда. Что ты тут хочешь? Так. Да прекращай! А, ну в принципе можно вот так, да? А он уже умер. Нормально, нормально. Так, свапалку покупаю. А меняю что? Что забрать? Масло ты же хотел. Ну на что? Да, что угодно бесполезно. Блин, ну квилл спрей мне как бы тоже нужен, чтобы в стане держать. Щит тогда убирать свой. Ну или... Не, лучше все-таки этот. Окей. Мне в целом один скилл не нужен, поэтому... Мне стало попроще, боже, один скилл не нажимать, вау. Так, ну давайте в нижние. Бурелом? Я понимаю, что мне как бы для постоянного стана нужен больше этот. Как ты меня нашел? Ну, не хочу постоянный стан. Мне бы... Слышишь, колечко? Не колечко, а этот... которое нейтралка режет КД, как она называется. Призма. Да. Так, ну тут ребята больно типа делают, да? А у меня ульты нету. Красиво. Давай, до свидания. Мне пишет Бурелом в Дискорде уже. Ага. Типа, хочет с нами пойти. Вопрос, во-первых, кто это? Ой, да забей, не сейчас. Забей. Не знаю, правда. Может, знаю, может, не знаю. Я даже не буду реагировать тогда. Так, ой, ну все, ЧСВшник 3 года. На максималочке. Кто? Дед Пихто. Да? И сосиска с пистолетом. Сосиска? Ну, типа, я думаю, что это может кто-то твой знакомый. Кстати, блин, ты же записываешь, да? Угу. Я потом скажу тогда. Хорошо.
Так, мне надо что-то менять все равно. А, не хочешь купить очередной скилл? Ну, либо менять, либо бабки копить, либо что-то другое покупать. Давай я Шиву возьму. Да, было бы полезно. Я купил. Ой, а может мне тоже? Подожди. Ой, удобненько, слышишь? Что именно? А, что... Ой-ой-ой. Ульта твоя до сих пор лежала. Да, ульта лежит 30 секунд, это капец. Да-да-да, я же говорю, удобно. Я, пожалуй, еще на драке лотус возьму нам. Так, жабка, либо... Не знаю, нижний. Ну да... Да там саленсера даже нечем бить. Ладно. Я так, ход конем сделаю, посмотрим, что из этого получится. Отойду? Вот сюда. Ну и чё? Хочешь сказать, что ты не сильный? Нормально, нормально. Там сапфир просто иллюзии разваливает. А куча... А как то? Там в куче сидит этот Сэнкинг. Лол. Серьезно? Ой, а я выиграю сейчас денег? Нет, не выиграю. Обидненько. Да ты поставил три сотки, как бы, но если бы ты выиграл... Ну, да, да, да. Ну, видишь, там, блин, что-то ребята протупили. Слышишь, сортиры сейчас будут. Да, мы их не особо боимся, кстати, на самом деле. Типа, я понимаю, что... Расстреляли, видел? Кого? Меня на пол ХП просто. Да, да, да. Это я видал. Так, глобал у них, не у них. Да как так? О, Миране отдали Баджужу Aftershock. Сейчас она найдет что-нибудь. Аккуратно здесь. Шутка. Ай, попала стрелой. Пока. Кому там что отдали? А, Миране отдали по лицу. Миране отдали по лицу, верю. Так. Взял, короче, себе на всякий случай лотус. Гни мне нафиг не нужен. Ну давай коплю на скивы дальше или что-нибудь типа того. А что, у тебя есть что-то интересное, кстати? Нашел торрент только что. Но я не думаю, что он полезный. Торрент? Ну торрент да. Вряд ли, да. Ну типа как бы контроль, но такое, постольку поскольку. Ну я прям совсем не очень. Волки, еще хуже. Ой, с топами деремся. Виндран нашел дисперсию и лаки шот. Виндран, 100% виндран. Ну да. Типа очень сильный скин. Так, кого вырезаем сначала? Ну а у нас есть выбор, сайленсера, конечно. Я все. Все? Я все. Я понял. Ярик просто ничего не сделал. Он просто постоял в моей встали и сгорел. Жестко. Кошмар. Не, ну ты понимаешь, что они сейчас БКБшки купят и нам жопа да. будет. Когда-нибудь дойдет они до БКБ. Но опять же, мы к этому моменту тоже можем стать сильнее. Ну да. Опять нифига на этот ворс летит. 84 тысячи уже. Ну мы сейчас нормально так схватили. Варж големы. Я вспомнил, чего у меня нету. И у тебя нету. Акторина. У меня есть Акторин. А, да? Ну, как бы да. А что не напомнил мне? Не знаю, я сразу почти купил Акторин. А я бегаю что-то у меня. Постоянно макропира кдшится. Я думаю, как так-то. Так, а не помнишь, кто из них в прошлый раз выиграл? Вот эти выиграли. Помню, выиграли наркоман. Да. Еле-еле. Ну, давай. Четыре двойки в них вольем. Давай я тебя залью немножко. Ты 4 двойки, я 400. Ты против них поставил? Да, против них. Ну, кстати, они еще и могут выиграть. Ну вот я... Ой, давай гост. Призрачная чтоб они надежда. В кучку собрались.
Так, где там замес? А Сапфир просто в сторонке стоит. Да, просто Сапфир отдыхает. Я говорю, Темпест дабл очень сильный скилл. Но смотри, он сейчас под сатаником почти не наносит урон Никсу. Там Никс капец как урон реально. Там Никс дисперсии что ли или чё? Да, Никс дисперсии. Боже, был бы он чуть-чуть посильнее. Разбитый, кстати. Чё, побегаем от них или стоим в наглую? Даже не знаю. Ладно, как хочешь, я побежал. А, я проиграл. Пока. Да. У меня мувспида просто не хватило. Тупо не хватило МС-а, ладно. Один Эгис, не жалко. 7,5к, я хотел закупить этих. Да ты, блин, играешь. Нейтралов. Что, думаешь, меня... думаешь, много дает 70 золота в минуту? Да, 70 золота в минуту, мы 25 минут играем, из них у тебя он примерно минут 10 уже. 10 минут, 700 золота. Охренеть, как много. Я лучше ниндзя гир, на тебе. Да, давай, вот я хочу. Свой философский камень, да? Ты сам порешил побегать, окей. Блин, а я что-то протупил, начал сразу убегать, надо бы мне прожать стики, чтобы застанить их. Да, а хотя нет, они сразу кастанули. Там буквально моментально. Слушай, тебе по-любому надо купить еще один скилл и найти Байджужу. Да, согласен. Слышишь, токсины? Вижу. Я, наверное, сейчас раскручусь, слышишь? А, да? Я могу просто достать прожать, если хочешь. Ну ладно, нет, давай, крутись, окей. Я побегаю, мне жалко. Понял, мне жалко. Кошмар. Кошмарят. Не кошмарят. Нормально. Не, это еще легко. Мы прям для нас вообще не проблема. Там уехали двое. Пацаны, а Егисы тупо потеряли. Причем так обидно, наверное. Ну там стрелы на Миране. Еще и с Байджужу. Нормально парень себя чувствует. Слушай, а чем мы Рошана будем убивать? Огнем, наверное. Что, у нас какие-то проблемы? Ну, хотя нет, слышишь, там чайник будет между ними летать постоянно, да, и да, нормально. Да. Главное его скинуть, да и все. Сейчас фокус сделаю. Фокус? Угу. Меня нет. Они меня не видят. Здорово, пацаны. Как это тебя не видят? Ой, слушай, а ты вижен какой-то взял? А, да, у меня есть. Ну. А мы и так выиграем, да. Не, так, а может ты дашь вижен? Поставишь куда-нибудь? А, да, могу сейчас, секундочку. Я просто хочу быстренько Сларк убить. А, он Блэдмейл прожал, понял. Да перестань меня бить. Ой-ой-ой. Слушай, он сильный. Сука. Да ты угораешь, да что ты сразу не поставил Vision? Я вообще завтыкал, что мы против них играем. Я не поставил вижу, потому что я тупой даун. Сори. А еще у меня игра стала. Как они быстро меня стерли? Не зря покупал Егис. У тебя Шива есть, да? Да, что-то Шива не нажал. Я нажал Шиву. Они очень быстро стерли, прям вообще максималочка. Мне надо что-нибудь на выживаемость против крипов. То я так, блин, не напасусь. Я еще думаю, так, прожать гост, не прожать? А, я сразу гост прожал, да. Там топоры пацанам пришли. Блин, мне вот тоже какой-нибудь такой виндран твой. Нет.
Я тебе не отдам Вендран. Мне, наверное, не очень стики нужны. Да? Ну тогда тебе и Aftershock, в принципе, не нужен. Ты либо, если свапаешь стики, то тебе и Aftershock не нужен будет. Ну, да, наверное. Все равно я не стою в постоянном стане, не держу врагов. Это да, кстати. Оно ты... как бы удобненько. Ну, если найдешь Вендран. Я могу отдать тебе Вендран на самом деле. Не-не, зачем, зачем? Чтобы жить. Ну, хотя... Хотя не, ты стики жив... очень хорошо замедляет. Да, вот тут как бы и все хорошо очень замедляет. Мы в целом хорошо замедляем. Может мне щиток мой заменить? Можно. Ну, хотя нет, щиток, да. Щиток нормальный, да. Вот, ладно. Смотри, замедление. Щиток не меняем, ладно. Так, покупать им говна какого-нибудь? На твое усмотрение. Я обычно не люблю топить, люблю... Подольше поиграть? Ну, типа, расформиться самим и смотреть уже, кто сильнее. Сейчас, кстати, тяжело будет, у меня нет огня опять. Дебильного огня нету, почему у меня его постоянно нету? Кошмар. А еще вижу на нет. Не надо, не надо. А, понял. Меня убили. Да будет так. Ты бы знал, как у меня лагает, боже. Выживешь? Нет. Чуть-чуть не, не доживаем. Лагает, я не понимаю, от чего. У меня прям реально последний, ну, типа, начинается файт. Идет ага, ага. Стресс. Блин, тысячи не хватает. А, ладно. Ой, сколько там ребята баллов получили. Ну это ты сейчас косячник, все. Да. Ну, там реально много моих косяков за счет того, что я как минимум не посмотрел, что у него блин. Он просто ко мне впритык прыгнул. Конечно, я же говорю, твои косяки в основном. Да, кошмар. Сильный игрок, это не я. Тупо не обо мне. Тролля взять или подождать уже на токсинов? На токсинов жди. Все, окей, жду. Бум. Ух, это кого там чуть не вырубили? Кларка. Нормально появился парень. Вошел в хату не с той ноги. Кстати, насчет Сларка. Я верю в Сахарти. О, слушай, я нашел, чем тебе выживать. Нет, не верю. Чем? Энрейдж. Ну, у меня вообще такая фигня есть. А, знаешь, я могу танчить. Слушай, я... Ну, нет, ладно, нет. Не хочу. Блин, интересно, нужна ли мне вообще обратка в этой игре? Я ее почти не нажимаю. Ну, наверное, нет. Ну, да не хилься, меня бей в обратку, дебил. О, кстати, Слак выиграл. Рошан, блин, а хватит мне? Отлично. Ну, излагайся, без проблем, не переживай. Ловите, о, пацаны. Какой же ты гадкий. Они тебя не бьют почти. А чё, чё? Там замедление атаки вообще ненормальное какое-то. Не, untouchable не нужен. Да-да-да. Да, проблем вообще нету с Рошанами. Я не сомневался, кстати, на самом деле. Шарти вылетел. И вместе с ним... Ой. Так, ну теперь нужен тролль. Или скилл. Или что? Или скилл. Какой скилл? Шестой. Нет, тролль. А зачем? У меня нормально все. На деф нормально, с врагами мы вроде более-менее деремся. Ариса выселить, пожалуйста. Я не хочу с ним воевать. А еще там кто-то вылетел. Еще минус 2. Как думаешь, какова вероятность того, что я своим токсином поспособствовал этому? Ой, я думаю, 100%. Да. Смотри, там сейчас главное не влететь сразу.
А еще так удачно подкопил на такси на под самого Рошана. Прям под самый конец, да, я тебе говорю. Это было сильно. Смотри, как делаю. Давай оригинала убьем. Да, определенно. Если убьем. Ой-ой-ой. Так, пирог готов. А мне не больно. Мне вообще не больно, я могу постоять. Братан, а ты долго вот усор будешь кидать свое говно? Ты видел, он тупо вот ускидает сифоны. Это, кстати, не сильные пацаны. Да, нет, сильные вон кто? Сильный клоун. Да, да, да. Который меня вступает прям каждый файт. А, он еще, наверное, себе этот купил. Как его зовут? Ну, ты понял, хернюшку эту. Не понял, да? А, нулик, нулифайр. Да, он вообще в прошлый файт он был. Что конкретно способствует моему умиранию. Ой, а я вот тут сейчас... О, Mirror Shield. Кстати, для тебя. Вот, да, вот это вообще будет здорово. Мой философский камень, такой родной, такой любимый. Да выкинь ты свой философский камень. На, Mirror Shield одевай. Поменять их местами. Главное, не забудь. Я не забуду. Я же не слабо играл. Так, ну тут верхние 100%, да? Кстати. Не, ну да. Ты ну на да. верхнем поставил? Да, 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 да. Я, пожалуй, заряжу на нижних. Ну, если что, залью тебя, как бы. А ты много поставил? 1200. Мало. Надо было больше ставить. А что ты не сказал? Я дофига поставил. А сколько дофига? 3500. И сейчас тебе их отдам. Почему отдашь? Потому что верхние проигрывают. Нормально, я тебе поставлю. Залил, да? Не, молодец, что поставил. Против, сколько ты денег получил? Очень много. 6600, 1200 плюс 3300 мои. Нормально. Слушай, так покупай, что ты купил? Книжку. Зачем? Надо было... Блин, ну ты единоличник. Все, я нашел, чем буду играть. Надо было этого купить, тролля. Сейчас бы закончили. И при этом тролля покупать. Так, слышишь, я 20к нетворса в нашу победу сейчас вкинул. А ты единоличник. А я могу себе это позволить. Позволить он может себе. Так. А, ну да. Давай, короче, я на тебя лотус. Ой, у меня повисло все. У тебя тоже все повисло? Все, зашел. А как ты сам их что ли раскатал? Да. Как? Потому что я сильный игрок. Как ты их сам раскатал? Жесть. А, все, да? Это они ломают шмотки? Это кто-то выкидывает шмотки. Ты живой, да? Все хорошо? Да. Да, нормально. О, как пробивают туда, жесть. Ой. Так, давай я на тебя кину. Что? Все. Все, что можно, на тебя кину. Блин, какая же подстава была сейчас. Еще я Егис один потерял. Тихо, парни, не надо. Клоун вылетел. Боже, твой этот дебил? Кто? Ты лучший. Че, мой нейротоксин завалил их? Я утопил их. Изи получается. Вот, важно покупать сраных нейтралов. Важно покупать скиллы. Скиллы, сука. Я их скиллами утопил. Хорош. Спасибо.